Старались строить дома как можно уже, выше и глубже. Сзади дома находился сад. Так было дешевле. Многие здания построены в стиле полет, то есть дом построен с наклоном вперед. Так было легче поднимать груз, да и дождевая вода не задерживалась на крыше, а стекала по фасаду непосредственно в грунт. Пользуются его услугами. 60% из них – час пик. Вокзал построен в ударнике из песка и покоится на 9000 деревянных свай. Амстердам цель 750 000 Einwohner и wird durch die Eisen.